Да. Ну, это мы сейчас выясним, что тут есть за музыка. Писано не по-нашему, не по-русски, в общем. Любопытно. Что-то не весело они поют, Стёпа. Песня у них печальная, вроде как-то нестройная. Знаете, кто поёт-то, мать? Сказано, поют негры. Ну а какая у негра может быть жизнь? Известно, жизнь у негров хреновая. И как бы ты от нас правду не прятал, мы свято верим в то, что далеко не свято. И нет пути обратного, паха. Я бы прожил достойную жизнь, но нахуй. Лучше включи, сиди. Соседа в том, что это охуенно, убеди. И ты не думай, я не перебарщиваю. Тебя также пропрут мои панчланчи. В моем городе нет Макдональдса, клёво. А значит, меньше жирных тёлок. А значит, меньше жирных копов. Мы пишем капы в черный ящик самолетов. Наш новый фильм, вот он. Марионетка, что пытается отрезать стропы. Не включая, останешься жизнью доволен. И это клиника тех, кто не болен. Извиняюсь, конечно. Ну вот и поются размерно посредственно. Снимем эту музыку.